Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Анастасия, да? Мне номер дали, сказали, можно к вам записать, вот, в школу акробатических танцев. А кто Хочу. вам номер дал? Светлана, по-моему, как-то, ну, знакомая, у меня просто внучка хочет, танцами акробатическими, позаниматься в маэстро. Ну, заняться собой, так сказать, Я профессионально, поняла, да. просто у вас номер анонимный почему-то. Вы мне звоните, а анонимный номер написан. Да, это на я просто с городского набираю, потому что оно не высвечивается. Я А вы думаю. где живете? Да я сейчас вот из дома набираю его. У меня не мобильный телефон, а Да я именно. поняла, Да мы все просто с вашего вы в Химках города. живете? Да. А просто мой номер лично дали, я просто никому свои номера не даю. Я что-то не очень поняла, кто вам дал номер Ну, мой. Светлана, ну, мне жена передала Света. Не знаю, может, Светку взяла у кого-то. А вот, Понятно. Но, да. ну а у вас внучке сколько лет? Ну, сколько? Ну, вот, как раз вот ваш возраст, который вы набираете, подходящий уже. Ну, подождите, ну сколько внучке-то лет конкретно, вы знаете? Да, конечно. Ну, сколько? 15. 15. Да. Прекрасно. Ну, в сентябре приводить. У нас расписание. Вы в родину же хотите? Да. Ну, вот вторник, пятница, воскресенье. Я просто пока не могу вам сказать. 3 сентября будет первое занятие. 3-го, да, сентября. Да, 3-го, но я не могу вам сказать точно по времени. Вы можете перезвонить где-нибудь, ну, наверное, сейчас вам скажу. Да. Ну, 1-2 числа. Либо знаете что, вы можете прийти в Дворец культуры и Да, там. в Дворец культуры. Ну хорошо. Да, внученька, с тетей вот общаемся, что ты просила дедушку, да. Да, поздоровайся с тетей. Да нахуй нам не всралась эта дубина. Не хочу ничего, блин. Лучше пойду бухать. Извините, ну че ты? Алло, я прошу прощения. Да. Да, во сколько там приходить нам? Алло. А вы считаете это нормально вообще, то, что сейчас мне сказали? Я ничего не говорил. То внучка подходила. Что она сказала? Но вы не слышали, что она сказала? Да я плохо, вот телефон сейчас держу. Что она что-то сказала? Не хочет или чего там? Да? Ну, вы сначала с ней Не, пообщаетесь и... она мне сама попросила, чтобы я же записал ее, она вот просила тут маму. Вы можете сказать конкретно, кто вам дал мой номер? Света, Светлана. Фамилия и отчество. Да в пизду эти танцы, дедушка. Лучше давай я буду бухать, курить. Мне похуй на все. Да ладно ты, меришь тут сейчас, тетя неправильно поймет. Да, алло. Пиши, пожалуйста, видео. Алло. Да, Алло. вас слушаю. Я Да, вас да. слушаю Так что там, внимательно. во сколько приходить третьего нам? Куда? Творец культуры, да? А можно еще раз вашу внучку послушать? Да она отошла. 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 Шоп это. Одно мнение просто обрадовать или как? Приняли или не приняли ее на танцы? Ну, давайте еще раз я ее послушаю, я тогда решу. Хорошо, сейчас. Да, сейчас. Внученька, иди. Тетя, танцы, танцы, да. Здравствуйте. Я очень хочу Здравствуйте. танцевать. А повтори, что ты сказал до этого. Я сказала, я хочу очень на танцы записаться. А до этого то, что ты мне 2 раза говорила, повтори, пожалуйста. Я говорила, добрый день, я хочу на танцы. Понятно. Записаться.